В Казахстане появятся новые образовательные программы по подготовке фармацевтов. Также в стране начнут обучать биоинженеров и биофармацевтических специалистов. Планируется, что они будут проводить сложные научные исследования. Сегодня на международном саммите Ташкентский фармацевтический институт и столичный медуниверситет заключили двусторонний договор о сотрудничестве. Присутствовали израильские партнеры, эксперты из Чехии, Китая, Японии, Южной Кореи и Литвы. Учебные заведения также разрабатывают совместные образовательные программы и учебные планы.